В своем послании президент обратил внимание на то, что в стране строится множество крупных объектов, высотных зданий, что также требует создания новой эффективной системы обеспечения пожарной безопасности. Кардинально будет укрепляться материально-техническая база и кадровый потенциал ответственных структур. Но важность профилактических мероприятий и разъяснительных встреч остается актуальной. С примерами Бухарской области. По мере наступления холодов вопрос тепла в домах набирает актуальность. Увеличивается спрос на природный газ, электричество, уголь. Вопрос планомерно решается, но другая сторона медали не менее важная. Грамотность использования отопительных приборов, соблюдение правил безопасности и сезонная проверка вытяжек. В предупреждении чрезвычайных ситуаций большую роль играют профилактические мероприятия и встречи. Одна из них прошла и в Каракульском районе Бухарской области с участием общественности. Показательные занятия по безопасному использованию отопительного оборудования состоялись в бухарском филиале «Худутгазтоминот». В центре внимания правила установки газовых баллонов, использование отопительных приборов. Мероприятие охватило более 1000 участников. Это представители областного и районного управления по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел, филиала газоснабжения «Худутгаз» Бухара, активная молодежь, органы самоуправления граждан, сотрудники медицинского объединения, противопожарного общества, различных предприятий, организаций и структур. Задействованы 134 единицы спецтехники. Для закрепления полученных знаний раздавались тематические заметки и буклеты «От теории к практике». Осмотрены вытяжки в более 29 тысячах домах. Устаревшие приборы отремонтированы и приведены в надлежащее состояние. Кроме того, в квартирах обнаружено 236 несертифицированных отопительных приборов. Их отключили от сети, а гражданам разъяснили опасность эксплуатации. В Махалях, Палвонлар, Янгизамон, Камалот, Мирзакала населению раздали 756 баллонов, а это 14 тонн сжиженного газа и 18 тонн угля. Вместе с этим разъяснили правила их использования. На сегодняшний день в Каракульском районе ведется обеспечение населения сжиженным газом. Те махали, в которых не проведен природный газ. На основе утвержденного плана населению каждые 30 дней осуществляется доставка газовых баллонов. Также в профилактических целях напоминаем жителям о важности соблюдения пожарной безопасности. Не только в жилых домах, но и на предприятиях, организациях и образовательных учреждениях. Мероприятия охватили и Махалю Чекирчи. Здесь в домах местных жителей осмотрены электроприборы, устранены случаи незаконного подключения. Профилактические мероприятия проходят и в учебных заведениях. Специалисты разъясняют студентам правила пожарной безопасности, подробно останавливаются на симптомах отравления и порядке оказания первой помощи, объясняют, как нужно реагировать в экстренной ситуации, помогают в этом наглядные пособия и видеоматериалы. В течение дня изучено состояние безопасности социальных объектов, системы отопления и пожарной сигнализации. По выявленным нарушениям приняты должные меры. Главный посыл специалистов прост. Если каждый из нас будет придерживаться правил пожарной и технической безопасности, мы сможем заблаговременно предотвратить опасные ситуации.